Жизнь завода на протяжении последних десятилетий складывалась по-разному. Сегодня здесь новый этап развития. В 2012 году на базе ТВЭКСа разместилось совместное российско-американское предприятие. На заводе полным ходом идет реконструкция производственных площадей в планах усовершенствования технологического процесса. Результатом должен стать выпуск конкурентоспособной продукции – экскаваторов, погрузчиков и башенных кранов. Мы готовим специалистов, как рабочих специальностей, а также и операторов, машинистов по работе на нашей технике. И не только на нашего завода, а всей техники периметра Рамтерикс. Это грейдера и самосвалы, это экскаваторы и вся дорожная, вся гамма дорожно-строительной техники и вездеходы в том числе. Мы не просто даем рабочие места, мы еще и занимаемся успешно обучением. Сегодня на предприятии трудится более 700 человек. Молодежь учится как у ветеранов производства, так и у иностранных специалистов. С расширением модельного ряда, освоением производства комплектующих для предприятий смежных отраслей будет увеличиваться и коллектив. Александр Корзин поинтересовался социальным обеспечением работников. Это вот некий социальный пакет, но не обязательно там, по примеру, подобие, которое было и так далее. Но у нас же молодые, продвинутые люди, значит, он очень хорошо бы увлекался вот во все эти технологии и так далее. Когда любой, я же очень как бы хорошо завод знаю, и хорошо город знаю, и многие, говорю, выпускники здесь работают. Один из моментов, который, может быть, будет удерживать людей, и достаточно молодых. Задача ближайшего времени – повысить спрос со стороны тверского потребителя. К сожалению, сегодня редко встретишь на улицах и стройплощадках нашего города продукцию ТВЭКСа. Хотя погрузчики уже могут конкурировать с иностранными аналогами, а экскаваторы достигнут этой планки к 2015 году. Продукция тверского экскаваторного завода могла бы пополнить и муниципальный парк спецтехники.